Дорогие телезрители, сегодня у нас в гостях Леона Рам, директор компании Scotia MacLeod, одной из крупнейших в Канаде инвестиционных компаний. Леон, вы уже 25 лет в инвестиционном бизнесе. Что бы вы могли пожелать нашим телезрителям? Правильно диверсифицированный подход к инвестициям – это один из основных принципов капиталовложения. Мой опыт работы в инвестиционном бизнесе позволяет моим клиентам правильно размещать свои капиталы, используя одну из самых лучших инвестиционных компаний Russell Investments. Если ряд крупнейших корпораций и богатейших людей в мире доверяют свои капиталы Russell Investments, я думаю, моим клиентам это тоже будет выгодно. Моя задача – это правильно разместить капиталы, выбрать менеджеров по инвестиции, вести наблюдение за работой вкладов моих клиентов. Леон, это все очень интересно, но скажите, всем ли доступны ваши услуги? В принципе, да, но с одним ограничением. Необходим минимальный капитал в 100 тысяч долларов.